Капина Татар – вымершая морская стрела из бёрджеских сланцев, обитавшая около 508 миллионов лет назад на территории современной Британской Колумбии. Этот организм имеет 50 шипов вокруг ротового отверстия. Как и в случае с современными морскими стрелами, шипы использовались для захвата добычи и поглощения. Считается, что Капина Татар претермисус представляет собой стадию эволюции хетагнатов, до того момента, как стрелковые черви стали планктонными пловцами. Морская стрела была длиной 10 см, отличается от современных щетинко-челюстных большим телом и значительно большими и более многочисленными шипами. Однако у Капина Татара отсутствуют зубцы, характерные для современных видов. На голове животного расположен венчик из 50 щетинок, выполнявших роль челюстей. С их помощью хищник захватывал и удерживал добычу. Колючки были изогнутыми и имели длину около 1 сантиметра. Родовое название Капина Татара означает «хватающий пловец». Кембропахикоп – очень странный вымерший род организмов, известный по окаменелым находкам из Гренландии. Хотя на данный момент его биологическая классификация не выяснена, так как его едва ли можно систематизировать как представителя членистоногих. У кембропахикопа был странный внешний вид с более или менее треугольной формой тела и одним большим глазом, состоящим из маленьких круглых линз. У него также имелось небольшое ротовое отверстие и около 10 конечностей, 6 из которых были снабжены чувствительными волосками. Последние две конечности животного уплощены и внешне напоминали плавники. Скорее всего, они помогали животному плавать. При жизни кембропахикопы обитали возле морского дна. Длину достигали около 2 см, в росте около 6 мм и весили около 5 грамм. Обитали 526 миллионов лет назад в раннем кембрийском периоде. Если вы являетесь любителем палеонтологии, доисторических существ или вам просто понравилось данное видео, то будьте добры поставить лайк, подписаться на канал, вступить в группу канала, ссылка будет в описании, и я продолжу делать видео по этой тематике.